Жители Чувашии приняли участие в международной образовательной акции «Географический диктант 2018». Его писали на 14 площадках, три из которых были открыты в Чебоксарах. Больше всего участников, свыше 600, собрались на историко-географическом факультете ЧГУ. Среди любителей географии – школьники, студенты и учителя, предметники, инженеры, врачи. Словом, все, кто знает нашу страну от Москвы до самых окраин. Я работаю на воде, и до этого ходил по воде. Я много рек исходил, Волгу полностью прошел, Дон, Неву, Вычегду, Свирь, Ладожское, Онежское озеро. То есть исходил всю центральную Россию, в принципе. Самым молодым участником диктанта стал воспитанник Новочебоксарского детского сада. Ему 6 лет. Самому старшему, профессору ЧГУ, 74 года. Уже известно, что в этом году акция прошла на 5 материках в 99 странах. Несмотря на то, что организаторы в этом году пообещали задания полегче, чем в прошлом, многим участникам так не показалось. Больше стало вопросов на смекалку и общие знания. Вы знаете, выдающийся географ Николай Николаевич Баранский говорил, что поле деятельности географии очень широкое, от геологии до идеологии. И сегодняшние вопросы это продемонстрировали. До 15 ноября можно проверить свои знания онлайн на странице диктанта на сайте Русского географического общества. Правильные ответы будут опубликованы там же 15 ноября. А узнать свои результаты участники смогут 30 ноября.